Капитан Аллен, мое имя Коннор. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайперы бы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Был ли у него недавно эмоциональный шок? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. У этой машины ранее уже случались сбои? Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Прикройте, я его подвел. Повторяю, у нас ранены. Нужна эвакуация.
вылупился. Не стой столбом! Чего мы ждем? Пристрелить его и все. Он же прямо на мушке. Вы это видели? Нет, как болит, ублюдок. Назад! Не подходи, не то я прыгну! Тебе знаю. Я пришел тебя выручить. Пожалуйста, отпусти Эмму. Она просто маленький ребенок и ни в чем не виновата. Еще чего? Отпущу и меня сразу пристрелят. Но я не такой дурак. Нет, я не такой дурак! Он теряет кровь. Если не доставим его в больницу, он умрет. Все люди однажды умирают. Умрет сейчас, какая разница?
Я наложу ему турникет. Не трогай. Тронешь, и я тебя убью. Меня нельзя убить. Я не живой. Ты вооружен? Да. У меня пистолет. Бросай. И смотри мне без резких движений. Вот. Я его бросил. Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. А был игрушка, которую можно выбросить, когда доест. Вы с Сэмой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула. А говорила, что любит. А сама врала. Она такая же, как все люди. Даниэль, нет! Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил их, понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Все, ситуация под контролем. Вот! Я выполнил твое желание. Ты должен мне довериться! Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо! Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль! Отъеду от города, отпущу ее! Это невозможно, Даниэль! Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят! Я не хочу умирать. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Ладно, я поверю. Thank you.